Здравствуйте, дорогие мои друзья. Хочу вам рассказать, наверное, может быть, чем-то такое, очень откровенную свою историю, которая произошла со мной и которая вот как бы до сих пор происходит. Знаете, еще до приезда викинга ко мне в магазин пришла некая женщина, да, оставила заказ там, подшить занавески для моей жены. И когда она ушла, я обнаружил, ну, знаете, в магазине такую бумажку с надписью. Надписи не буду говорить. И заколотый такая, знаете, такой декоративной булавочкой, такой золотой. Я тогда подумал. Подумал, вроде бы, да, думаю, что-то как бы не так. Но, видимо, находился в неком каком-то мороке и положил эту бумажку, ну, как бы наверх, на шифонер. И забыл про нее, дорогие друзья. И, знаете, наверное, вот уже приехал викинг ко мне. И у меня как бы так вот начал ни с того ни с сего, то есть болит желудок. Ну, желудок у меня давно не болел, то есть до этого я, ну, как бы так вот, ну, очень хорошо себя, скажем так, чувствовал. И вроде бы, ну, как бы я чувствую, что воздействие, да, какое-то идет, что это не мое, что не просто так. И возвращал, вроде бы, да, там боль утихала. Опять появлялась, утихала, появлялась. И как-то ночью, наверное, 2:30 где-то вот так вот, окошко открыто, и там птенцы у нас, ну, как бы сидят в такой огородке из рам, и они забеспокоились, жена услышала. И пошла в огород, обнаружила лиса, то есть такая красивая лиса, великолепная. Она хотела, может быть, ну, как бы полакомиться вот этими птицами нашими. Ну, так получилось, что, ну, не смогла. И в то время, знаете, меня как осенило, я вот взял вот эту бумагу, этот, так скажем, подклад, и сделал некие действия именно по возврату, обезвредил его, то есть положил, да, на заговоренную соль, ну, сделал все как положено, в общем-то, вот так вот. И желудок прошел с того времени, то есть не стало ничего болеть. Я знаю, что это, почему и откуда. Может быть, ну, как бы не совсем до конца, но вот дело в том, что представьте себе, как лиса вот именно благостно вот так вот сыграла на этом вот так вот ночью. Просто, знаете, удивительно. На самом деле так. И сегодня вот, ну, как бы в бане, да, попарился, то есть и с намерением, то есть вкладывал намерение в каждое такое действие, именно работы с веником на жаре. И встав потом под душ, то есть, ну, представьте себе, то есть вот началось такое как бы видение, как бы пульсация такая, да, закрываешь глаза, и вот так вот все твои энергоцентры, они как бы пульсируют, и вот на желтом центре, ну, знаете, как бы такой прямо провал, то ли чернота, то ли пустота. Я еще поработал, вызвал, как бы владельца вернул, да, и как пространство показало, то есть где на самом деле есть вот это воздействие.
Так вот, дорогие. И знаете, вот видите, сижу в такой желтой футболке. Я даже вот как бы, ну, не то что, может быть, и носил бы ее, но не знал просто, куда она делась. А жена вот мне дала после бани вот эту желтую футболку. Не знаю, где она ее нашла. Но это опять тоже, знаете, как знак. Как знак, чтобы обратить внимание на свою манипуру. Чакру, то есть на свое золотое солнце и на свое золотое бинду. То есть вот именно так. Вот представьте себе, как пространство разговаривает с вами. Так вот, дорогие мои. Ну, знаете, с каждым шагом, вот именно проходя через какие-то такие вот испытания, и вы на самом деле, то есть, делаетесь сильнее. Вот видите, так вот разоткровенничался. Не знаю, плохо это или хорошо. Но так вот, видите, такая история. Счастья и радости вам, дорогие друзья. Всех уважаю и очень люблю.